На речке Анапка начался монтаж обновленного пешеходного моста. Эти работы проводятся по поручению Юрия Полякова. Напомню, что перед Новым годом из-за паводка мост пришлось демонтировать. Сейчас полным ходом идет его восстановление. Опоры усилены, деревянный настил полностью заменен. Рабочие еще должны приварить новые кованые перила и установить 3 винтажных фонаря. Все работы должны быть закончены уже к следующей среде. А в районах Анапы начался ремонт уличного освещения, и задача эта, как оказалось, весьма непростая. 18 тысяч фонарей находятся только в сельских округах. Заменить нужно не только все перегоревшие лампочки, зачастую и сама электрика нуждается в серьезном ремонте. Наш корреспондент разбирался в профессиональных тонкостях.